Меня болит, смотри, видимо, кровь ударила. Высохла, пока не картошка, то еще может на масло пойдет, только она еще не сухая. Тепло печь, закрой плиту. Идем, мне вопрос, когда тебе тихо еще. Серьезный. Давай. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Доброе. У меня к вам вопрос очень интересный. Давай. Про наше православие, которое мы приняли от греков из Византии. Все ли так это православие приняло от апостолов? То есть имеет ли оно какое-то схожее с апостольским учением? И сама это вот государство греческое, которое, именно греческое, вы там были, проезжали, может, как минимум один раз точно вы там были. Люди, которые там проживают, отличаются какой-то верой, набожностью от наших людей, менталитетом своим, так как они являются своими прямыми, так сказать, потомками тех, кто нам передали православие. Расскажите, пожалуйста. Ну, вопрос о понятности. Я об этом неоднократно уже отвечал. Одно дело, когда ты просто считаешь, другое дело, когда ты этим живешь, и третье, когда у тебя первоисточник перед глазами. Вот Господь нам это все позволил иметь. Мы же проехали там. Ну, вот, допустим, немец отличается чем? Точностью. Время у него, точные приборы. И сегодняшний день там все эти наблюдения астрономические, подзорные трубы. Это откуда идут? А разве Цельсий? Там эти фирмы делали. Тут уж не откинешь там. Вот греки чем отличаются? Сегодня я видел торгаши. 100% торгаши. У них, я не знаю, промышленность какая есть или нет. Я спросил, а много ли греков живет? И говорит, Греция. Ну а сколько там греков-то? Ну сколько? 17%. Как? А кто же остальные? Ну, остальные, то там турки, грузины, русские. Да почему же они не дома-то живут? Евреи стараются со всего мира евреев собрать. А чем заниматься? Ну вот сейчас проехали, говорит, по Греции. Вы видели, какие-то заводы дымят? Ничего нету. Действительно, я думаю. И сразу начинаешь припоминать, вот мы ехали где? Они высчитывают до одного шага человека, который придет. Нигде не видел столько паразитирующих людей, как в Греции. Вот проезжаешь, я не знаю, там 100 километров или да меньше. Опять стоит 24 будки, никого не пропускают. Деньги, дай деньги. За что? Ну, вы по дороге. Ну, я уже заплатил, там ехал-то. Нет, опять. Дальше, второй, третий, пятый раз. Да что такое, я не могу доехать, и меня дальше не пропускают. Они все перегородили там, чтобы люди по горам-то не лезли. Но на машине ты не поедешь. А у нас газель, она выше. А как брать? Они ее по высоте взяли. Грузовая такая. Наша пассажирская грузовая, грузопассажирская. Берут как за грузовую. Да у нас груза-то нету никакого. Неважно, деньги. Евро только летят. Ой-ой-ой, мы доехали в один конец. Я думаю, как бы выехать-то оттуда? Торгаши. И вот теперь у них что? Что прошлое-то у них? А мифотворчество, все эти Гераклы, все эти Марсы, Венеры, это все греческое. Они на этом воспитывали поколение за поколение, Троя, там вся Ахиллесова пята. Все это пришло сюда. И больше ничего нету. Вот есть большая греческая свадьба, как он, все слова, все это откуда происходит. Да, так. Так они еще надмеваются как. Ой, как это мы, греки, мы, а ничего нету. Я понимаю, что который человек, там вот изобретений много у него. Какие изобретения? Пань Конкретно пусть покажет, что Греция изобрела, ну, за последние, скажем, 100 лет, за 300-400, что именно? Интернет? Нет. У русских хоть водка. Русская водка славится там. У болгар там это пилить болгарка. А греческая что? Гречка? Так она к ним не относится, у них ее нету. Я начал исследовать, насчитывал жития святых, посмотрел, даже все от Греции-то идет. Они на этой основе мифотворчества-то все и соображали так же. Своего-то нет, а так. Они давали веру, да, через них прошло. Там был Павел, в то время не надо забывать, что это господствующая была страна. На чем она держалась? А греческая культура какая? Мы вот проехали там, более неверующих людей я нигде не видел. Интересно, собрались мы в Германии,
Валентина Сартисон, заезжаем там, беседовали, где были, там, в Португалии, во Франции, никто ни разу не спросил, какая вот наша вера. Вы вот проехали, скажите, мы сильно отличаемся от других? Нигде. А в Греции мы приехали к своим, потеряевским. Собрались у них люди заранее. И этот вопрос задают. Я говорю, более неверующих людей я нигде не встречал. А где это? Вот Салонь, Фессалоники, мы там были. И все торгует. Вот заходишь, портреты Путина, там флаг русский. И вот святость какая, Святогорец, там Паисий, Святогорец, гора святая-то. Не он, а гора святая, Святогорец, гору провозглашает. Теперь все это мифотворчество. Божья Матери там это Афон, она там командует, у них там покровительствует. Откуда это взято все? Хоть одно слово в Библии есть? Нету. Совершенно нету. Это сегодня, а как? А вот а пророчество было, ну то есть сновидение в тонком сне монашеском, то есть они не просыпаются. И обязательно Россия должна вернуть Константинополь, а это Стамбул, мы там были. И греки, главное, греки в войне участвовать не будут. Они будут только смотреть и сказки слушать о святогорцах. И отдадут его нам. Это сегодня у них программа. Подталкивают к этому Россию. А что тут? Видишь, как они с турецким Эрдоганом там сидят вместе, правители русские. Греки – это фантазеры, мифотворцы. Ну, они хоть как-то... Да никак. Если бы там были люди, действительно... Настоящие люди. Разве было бы столько дворцовых переворотов? Вот поднимается какой-то там военный, там Фока. Сразу этого мартирия сбрасывают, казнит жен, детей. Если сыновья есть, кастрируют всех. По-другому нигде у них не было. Глаза выдавливают. И русские что взяли? Это оттуда. И вот туда пришли послы. Кто они такие послы? Патриарх Кирилл Гундяев и говорит... что это полузвери. Кто были до принятия христианства? Полузвери. И вот эти полузвери туда пришли. А до этого-то они зашли, там, где евреи в синагогу, спрашивают, а где вы? Что еврейская вера им не понравилась? Они не понимают даже. А сказали бы, искупительная жертва Христа, там приняли, нет. Нет, они только слушают. Они говорят, а где ваша родина, чтобы пойти посмотреть? А у нас родины нет, у нас выгнали. О-о-о! Сами-то не имеете голову преклонить, а нас еще будете агитировать. Да пошли вы. Пошли к мусульманам. Мусульмане тоже давай показывать, послы. Ну, какие, может, шапки более высокие были. Ни одного языка не знают, полузвери. Не понравилось им. Посмотрели все, как это у них. Ну, что у них? Прощать грехи они не могут. Мулла, он не может сказать, разрешаешься от грехов. А у русских главное-то, они не знали еще, что будет. Главное, привезут причастие. Главная игра попов – это причастие. Пьянствует сын, ну пусть сходит причаститься. Вот. А если тебя Бог избавил от чего-то, чаще причащайся, чтобы сатана не залез в тебя. Причастие – это главное, что они привезли. А как? Причастие не может быть без попов. Я не говорю, что это не надо. Но откуда взяли, что немедленно нужно нести чемоданы, там сундуки старые, ладана, кадильницы и лопаты? И сразу пошли рыть Киевские горы. Они привезли пещерное нам христианство. Я так говорю, вот, если бы они пришли в Константинополь, когда... И в это время кто-то сказал, а вот смотрите, здесь вот собираются какие-то... Ну, мысленно перенесем, говорится, экстраполяция во времени. Кто там, Павел проповедует, пришел и рассказывает, там Евтих только что упал, он воскресил его. Вот. А это какая вера? Ну, вот так. А чего они так одеты-то? Как одеты, как бомжи. Ну, какой он Павел-то? Истрепанный ветрами, там, забыл плащ один, Филонь-то. И то, принеси Филонь, одеваться-то нечем. И это нам такую веру не надо, у нас по-другому. Да они еще сидели-сидели, не выпивают. А для русских винопитие это... Вот, вот греки все это и принесут туда. Еще так понравилось. Так, ну, хоть где-то что-то изображение. Нет ни одного изображения, ни одной иконы. Они еще не знают слова иконы. Но картинки им надо показывать. Они тоже что-то рисовали на бересте. И вот они поговорили бы там, нет, такую веру... Ну, что они там поняли-то? У человека пять органов чувств, глаза. А что видели? Стоит какой-то бородатый один, говорит. Ничего больше нету. Слух, слушать ни одного слова не понимают.
ноздри, а там ничего нет, в комнате только пар, дым там, пот. Так, осязать, а что, целоваться он не подходит, а мы тоже не подойдем. Кто они такие? Кто такие? А где у них родина? Он говорит, нет, вся земля родина. Ты, мы от таких только что ушли. Я вижу эту картину. И вот дальше говорят, а тут вот видели, шли дорога там все? Да, мы видели. А что там такое? Да это вера местная. Да вы что? Это такие сооружения. Вот это да. А какие же там люди-то? Они точно так рассудили, как Шамиль. Когда воевал, и когда его победили, привезли, повели по храмам, как Андрей Боголюбский говорит, водите по храмам, да видят поганые, как оверуют русские люди. Не по словам, а как оверуют, как, а вот накакали. Теперь смотрите, что иконы. А вот видишь, картинка-то на картинке. То есть речь идет с первоклашками или дошкольного возраста. Вот картинку ему показали, и он эти картинки, а нам дадите такие? Дадим. А что, на нас послал, у нас там есть... Князь наш, они не сказали, что у этого князя 2000 наложниц, в 2 раза больше, чем у Соломона. Такой похотливый, что даже у родного брата Ярополк отнял жену и убил его. Это ни Соломон, ни Давид не делал. Давид там один раз-то, и то у чужого где-то. Это уж, конечно, наказали им. Вы там про нас не говорите, какие мы полузвери-то. Ну и дальше как, ну, вот у нас вот такое они по ноздрям. Может быть, дали им там... Какие-то антидоры, просворы, что там можно. Послы, ладно, там дайте. В алтарь нельзя входить мирскому человеку. А в скобках написали, императору можно. А то греки. Греки. Они сделают все. Они приезжали сюда, табак завезли. А и тут с ними-то в России потом будут как расправлять это? Рвать ноздри, в Сибирь, говорит, соболей ловить. Это все оттуда идет. Они Никону голову скружили всемирным владычеством. Он бы зачем эту реформу-то делал? Но пока вернемся к тому. Угостили. Осязание языка. Уж и тут они их угостили, греки, по полной программе. Вино разливное. Всякое. Виноградное. Они это знали. Ну, считаем и мифологию, и так-то. Ну и послы сказали, вот это да. Чуть мимо не прошли-то. Павел какой-то там проповедует. А может быть, через угол там Марк проповедует. Да пошли вы. Там смотреть нечего. У нас тоже говоруны есть. Так у нас хоть бойцы с седлом, с конями, а тут сидят в городе, в вонючем-то, все один асфальт. Ну, я по сегодняшним беру меркам-то. И вот теперь пошли домой дорога еще, когда они плыли, еще разговаривали. А сколько же снобизма у этого Владимира. И вот они начали показывать. И теперь его уже там летописцы положили на постель, вот он лежит там, мы не знаем, ну... Может это быть, но только как-то все это так, это искусственно подогнано. И вот показывают, вот где мы были, где были, а решили, наконец, последнее приберегли. А вот это вот мы были, там греки есть такие, это куда мы ходим, Корсунь-то, там город-то, ну и что? Ой, как-то, мы как на небе были. Ну, историки все приводят, в житии написано, как на каком небе, они там были? Нет. Ну а как на небе, а небо никогда не видал. Они видели это небо. Небо, это как вот у мусульман бывает, как там у него 40 раз будут у него гури, будут обновляться, девственницами становиться, и он будет каждую ночь 40 там или сколько тешиться. Я не знаю, до конца ты их не поймешь только. Ну, тут-то тоже сказали им, какие там у нас на небе еще красивее, чем наш храм, иконы. А когда вышли священники, ризы, ни у католиков, ни у кого нет такого... А одеяние, как у православных, самое пышное. А еще как выходит, да все в золотых парчевых ризах, стоящих колом в воротниках, и как они с кадилами, дым идет. А рот-то и разинули, ни слова не понимают, а напевы-то какие. Но ясно дело, расплылась. Мы как на небе были. Да еще надо принимать. Что с нашим сравнить, даже никак. Серьезно, да как нельзя? Как? Мы узнавали у них как, говорят, мечом, да ты же знаешь как. Порубить половину, это 90% говорит, в ГУЛАГ, а остальных в коммунизм. Вот князь. Я не сужу, еще раз говорю, я рассматриваю с исторической стороны. Ну, а как питание? Ну, говорят, вот так-то, но мы там ничего не поняли, как это. Потом монахи разъяснят. И как? Вот заметьте теперь, круговой круг на сегодняшний день сохранилось. Как они искусно все делали. Больше половины дней в году постно. То есть, какое меню меняется? Поста-то нет фактически-то. Может быть, день или два там сочельник, когда до звезды. То есть, по-мусульмански два
хватили от них. Это оттуда идет. А это откуда идет вот это там на свой пупок? Думать, чтобы так сердце работало. Мантры! Это оттуда идет. Не было же этого, ни у апостола, никого. Я сам этим занимаюсь. Я каждый день это считаю. Это молитвы. Я говорю о послах, они ничего не знали. Ну а как теперь? Мы должны у них просить, но еще не просить. А что надо? А счет у тебя есть-то? Ну вот сами видите. Да впрочем так. Мы узнали, у них там сейчас два молодых государя. Они двое. Ну, да они же еще толком не понимают в военном деле-то. Завоевать их и все, веру эту забрать у них. Это в Откровении было. Нашли там Миху, которого левита-то забрали его с идолами и потащили домой евреи-то. Да, прямо пленили его, и вот в одной семье служишь, а тут целая нация у нас будет. Вот точно так же было. Да что же, какую причину-то найти? Ага, а у них, как, да где есть девушка одна там, но она уже там как-то, что нельзя выходить, они и монаши-то не знают-то. Завоевать ее? Так они отдадут. Скажем, если не отдадите, так это и будет в Корсуне. Они поставили условия, отдайте Анну. Ну, историю-то смотрите маленько-то как. Анну, то есть он с женами знает, как быть, как добывать разными путями. Он это на первом месте употребил. А дальше он ослеп, там, тут уже напишут, что... И показывает кадушку, он в кадушке сидит уже. Все. Кильку выбросили, посадили туда князя Владимира. Да рядом море было, почему было не креститься? Днепр, в кадушке-то. Дальше он это все быстро переймет. И вот теперь оказалось, проповеди никакой нету. Евангелие народу не дадут, а его и нету. Переведу только в 1876-м. А Кирилл Мефодий? Да Кирилл Мефодий это намного раньше были. Намного. Да как что же теперь делать? А вот так и будут играть. Вот это можно, это нельзя. В отдельно можно вино, а в другой вино елей, а отдельно елей может быть. А в другой раз ни то, ни другое. Можно все. А потом можно все, кроме мяса. Это масленица. Это там Ираклий воевал, там с Хазроем. Я сумею победить, неделю не буду есть мясо. Обед дал. Вот эта масленица оттуда идет. А теперь что? А вот теперь они начинают. Вот теперь спроси, кто это пишет. Мы соблюдаем все. И у меня вопросы возникают. Лазарева суббота. Рыбу нельзя, икру можно один раз в году. А что это такое? Она и икра еще, ну, более молочная или как, даже назвать не знаю. А догадайся, вот это утроба рыбы, это гроб. А жизнь дается икра. И для жизни Лазарь выходит. Это напоминание. Вот икру сравнивают с Лазарем. Ну, как вот яйцо, допустим, подала Мария Магдалина, там Тиверию. Ну, какое? Конечно, только сырое, потому что там жизнь. А если оно испеченное, как сегодня, там ничего и нет. Мертвого не поздравляет. Даже искусственные цветы патриарх Симанский Алексей I запретил в церковь даже заносить. Что-то мертвое приносит это. Как Гитлер говорил, не люблю увядания. Вот это все-таки везде это существует. Здесь еще этого не поняли. И вот теперь уже в посты эти распишут. А люди знают. А знают. Еда это главное. Ты накорми это, потом спрашивай. Я с детства знаю. Я родился в старообрядческой, беспоповской, киржатской семье. Все знали. Когда Пасха будет, вот полы чистили, у нас не крашены были, хвощом там протирали, все, яйца начинали, у нас было как? Вот в семье, допустим, в то время было 8 ребятишек, отец с матерью 10, бабушка 11. Бабушка через дорогу, значит, сколько курицы нанесут яиц? Сначала бабушке, отец подсчитает дни, что суббота никому не принадлежит, родительская. А который последний, это самый маленький-то, а курицы только начинают нестись, и дальше больше и больше. Эх, я старше, был бы моложе, мне бы яиц больше было. Мы это тоже соображали. И вот теперь все знает. А как знает? Теперь уже житие святых, 5 мая. А что такое? Ирина рассадница. А что такое Ирина? Ну, рассаду, капусту высаживают. Фу. Да какое это отношение? Да так. Но воздвижение честного животворящего Христа, отец говорил, сдвижение. И мы с детства знали, что с движением. А всякая, говорит, тварь, мыши, лягушки, все по домам, говорит, чтобы не замерзли. Сдвигаются. Ну, а покров, ну, земля покроется снегом. Девушки там будут готовиться замуж. Даже составили молитву, покрой меня, Божья Матерь, женишком. Покрывало-то какое-то, достать и как его.
Но это не молитва в церкви, а свое. Это, откройте интернет, вы все это найдете. Вот это и принесли нам. Пещерное, надуманное, мифологическое. Но как-то Господь вел все-таки, сохранил от других вер, какие здесь были. И на этом все заглохло. На 600 лет позже придет Мухаммад и дойдет и тут до Татарии, и везде. Все это мусульманское. Это все были бы христианские. Одна Нина грузинская целую страну обращает. Народ-то был склонен к этому, как Андрей Кураев говорит, религиозно талантливые теперь они. Так это религиозная талантливость, почему не проявилась у православных? И вот эти посты, особенно изощрение, ударит через язык, через гортань, через желудок. Путь к сердцу мужчины, женщина говорит, идет через желудок, кормить его надо. И тут принесли, все расписано. Я только вспоминаю, что у нас было известно, ни слова Евангелия не было, даже не слышали. Псалтырь была, я брал, и маленький был уже, рано научился считать за себя, и тащу книгу-то, и широкие поля в книгах, брат там нарисовал лесенку, лезут, карабкаются, долезут до неба или нет. Так все и сохранилось где-то. Вот что нам принесли, пещерное, не евангельское. Евангелие этого слова даже не слышали нигде. А что? Претензии на большее. Вот эту голову скружили мордвину, Никону. Вселенским патриархом быть. Главное двинуть войсками. Победить всех. Еще тут Англия как-то ее флот, владычицы морей, сдерживал-то. Как туда не сунулись? Павел-то первый, он еще готовился в Индию пойти, в Индийском океане, чтобы сапоги вымыли. Это уже не секрет где-то. Война непрерывная. Никакой Святой Руси никогда не было. Святость дается Богом, Духом Святым. Этого не было. И сегодня, вот в настоящий момент, у них претензии, опять же, там взять... Но праздники... Да у них праздники у греков каждый день. Футбольная команда, когда у них там вошла в полуфинал, там с ума сходили они. Там и службы, я не знаю, на литургии, где только еще не было. До самого последнего. И все это смещают друг друга там эти... Вот какое и греческое, и прочее. Ну а что было лучше? Лучшего ничего не было. Лучше. Из самого плохого это было наилучшее. Наилучшее. А если бы приняли, они дошли до Рима, ну, то было бы сейчас так же бродобретие, да, то, чего сказать даже стыдно. То, что мы там видим-то. У нас тут по-своему все это вылилось. И вот сегодня на меня тут наплывают иногда греки. В интернете бывает. Более непорядочных людей как будто на земле нету. Говорит, обещается, раз на следующий день другое. Выдает себя, а он то ли он наполовину мусульманин, то ли грек. Сейчас один тоже добивается, у самого отсюда вот висят косы. Сначала постригись. Какой-то там то Митрофанус, то Димитриос. И вот день пройдет, согласие его выставляют. Нет, уберите, а то меня тут мусульмане зарежут. И ой-ой-ой, воины. Сегодня ничего этого нету. И вот именно вопрос, а как вы находите у нас верующие тут люди, нигде мне не задавали. А почему? Это беспокойство. Беспокойство от того, что на душе было неспокойно. Это вот сегодня у нас 2 января 2018 года. К месту этот будет вопрос. Благословен Господь. Ну вот, то, что сказать. И тем более, если по житиям брать, они никогда Слово Божие не любили. Берем житие святого Пахомия. У него там было 11 тысяч мужиков в одном монастыре. 11 тысяч. Ни одного миссионера нету. И главное, проходит сколько времени, нет священника в храме. А почему? Сразу раздор начнется. Священники, зависть начнется. Священник нужен, а мы его пригласим, ему заплатим и опять увезем на место. А сколько? Ну, раз в год, там, в 2 года один раз. Никакого счастья, причастия не было. И видение однажды Пахомию было. Он там хворост нес, спал в прострацию. И оказывается, мы все в глубоком темном рве, лбами друг друга сшибаем, по стенке лезут, падают, и только единицы вылезли оттуда. Вот это все монашество. Видение святого Пахомия. И у него был ученик один, Федор Освященный-то, и, видимо, что-то считал и говорил проповеди. И однажды он видит наследника, но надо кого-то оставлять-то. Он этого... Федор это и выставил-то. Монахи сидят, надулись. Только начал говорить, они сразу поднялись и пошли. Один, второй, третий, пятый, десятый. 75 человек вышли. Он вышел, а вы еще выше-то?
А кто проповедует-то, молокосос желторотый? Так он правильно говорит. Ну и что правильно? Я старше его, какое право имеет меня учить? Ну ты посидел бы, сидеть не могу, тошнит меня от этого. Вот и все. И все здесь монашество. Это из жития берем, не где-то, от святого Пахомия, Федора Священного. Ну, просто глаза открыть надо на это. А что делать? Ничего, более усердно трудиться, молиться и грекам нести чистую евангельскую веру. Грекам. Тут как противились в России переводить на русский-то язык. Там надо было, ой-ой-ой, еще там Филарет, Дроздов тут помогли. Появились люди, Хвольсон, Данил Абрамович, вот. Папский Герасим Петрович, император склонился к этому. И тогда кое-как переломили обстановку. У греков также было, но только намного позже. И участвовал в этом патриарх. Как узнали, что на греческом понятном языке они убили патриарха. Патриарха убили. Да вчера же молились, благословлялись, все святейшие там и... Ничего, это нет. Приючки, мы к этому привыкли, но уже... к нашему языку притерлась, и мы так дальше начинаем говорить. У греков аховое состояние. Здесь они приезжали, с короба табаку везли, все, торгаши. Это очень хорошо описано в житиях. Ну, возьмите, когда приехал, тут и грек был Максим грек. Дальше ничего не скажешь. Были там отдельные люди, действительно, знали Бога, помогали, исказили много, а теперь давай... Издавали Венеции, венецианские книги-то уже были. Своей печати-то не было. Ни изобрения печатного станка, Гутенберга не было. Федора там этого не было. Нашего первого печатника, Федорова Ивана. Ну и что? Ну и вот так, там им такие книги печатали. А теперь это на Русь потащили. Вот этот раздел, раскол, это греки провели. Я как-то в синоде сидел, там беседовали, епископ были, кто там... И тут какой-то новый человек, а я с ним стал говорить, он по-русски хорошо говорит. Я говорю, а вы кто? Я архимандрит. Сейчас не назову я его. Архимандрит, грек. О, так а вы знаете, что в России вот раскол был? Это же греки сделали, да, знаем. Мы какую беду-то навели? Вслед за расколом разделение общества было, провалилась вся Россия. И дальше тут Петр Антихрист выходит и все. Это все ваша работа-то, вы. Сегодня там масоны делают, а эту роль выполняли вы здесь. Он, главное, ни слова против не сказал. Да, знаем. Ну, почему не принесете покаяние? Зачем этот Мордвин-то начал все это перемалывать-то? Сжигать друг друга. Что наделали-то с Россией? Почему Евангелие-то не принесли? В это время-то подбили, приходили, переводили. Вы бы сказали, оставьте, как книги есть. Потому что люди-то ничего не знают. Пальцы как прижать, 2-3 пальца. Главное, Евангелие. Евангелие-то не дал... Не вакуум никто, вот показывает фильм Николая Досталя, раскол-то. А Библии вообще речи нету, нету, ненависть. Даже о вакуум сидит там где-то указание, дегтем там полить, смолою, мертвому царю. Вот безумие какое. То есть твердость, характер, а куда он твердости своей приехал-то? К ненависти, к презрению главного, это любовь. Я говорю... Я жития святых насчитывал, симфонию составил на них. И другого никогда не было. И вот считаешь, даже я сам насчитал, сейчас выставляю, вот оно у меня добротолюбие, вот сейчас есть, это греческое добротолюбие, это все, вот смотри, я сейчас открою, посмотри, поближе подойди, вот оно. Вот добротолюбие, там дай-ка. Чтобы они не возобновились к тебе. Не обращай в уме своем грехов, некогда совершенных тобой, чтобы они опять не возобновились. Будь уверен, что они прощены тебе в то время, когда ты пришел. Вот это кто и какие? Там заумное все, я насчитывал, знаю. Особенно Исаак Сирин. Это невозможно считать даже. Он действительно глубоко верующий, возрожденный, там, водимый Духом Святым. Но к народу как-то было надо чуть-чуть маленько. Хотя бы, ну, самую малость. Вот сейчас я показываю. Что сегодня я выставил. Вот там идут. Вот правила, насчитанные мною. Посмотри. На приготовление соглашения к тому. Да покажет себе акибы, подвергаемых мучениям. Вот так. То есть, вот это каноны мною насчитаны были раньше. А сейчас нашлись добрые люди. Сергей Новиков, там Сергей Евтушенко, Крещков Андрей. И они это выставляют.
Вот теперь что у нас здесь? Вот считаем Златоуста. И вот отдельно я насчитал 12 томов Златоуста. То есть я говорю о том, что... Почему не негодует на меня, укоряющего их словами в том, что они сами показывают делами? Когда я недавно, как вы помните, начал рассуждение, они... То есть пленки попорчены были, но ничего, все равно хорошо слышно было. Вот мы оттуда получили, вот Иоанн Златоуст. Это все перекрывает, что там было. Но для народа-то он не был известным. Я помню нашего дедушка Чинарева Егора Илларионовича. Книга, она нам в наследство досталась, называлась «Златоуст. Деревянные корки кожаным, кожа телящая». Самый настоящий пергамент, переплетенная была. Ну, там, теперь-то я стал считать, там Василия Великого есть, из жития много. А книга, в общем, называлась «Златоуст». Толстая. Она не такая уж толстая, но корки там толстые. Пришлось мне переплетать. Это мы оттуда от Греции, это тоже не надо скидывать. Вот что пришло, а как оно пришло до народа? Да вот в таком виде. Да уже когда там напечатали? Да интересно, напечатано старообрядчески какие-то были, видимо. Разгромили Ивана Федорова, то убежал в Литву. В Литве, пожалуйста, печатай. То есть ни о какой Святой Руси дела не было, даже разговора не было. А когда князю Владимиру показали икону, это рай, это ад, он... Будто бы лежит и говорит, этим такая хорошо в раю, а этим беда. Вот и все. Этим беда это. А теперь что, надо принять веру. Теперь он пошел с войсками, приплыли туда, осадили город. Отдайте сестру Анну. Она монашка, она не может за язычника. Вот как все подогнано. Ну, теперь скорее тащите бочку и туда. Я принимаю крещение. Все, невесту забрал и поехал обратно. То есть ему не хватало там. Это он христианство принял так. Ну, если уже принял, уже пришел за верой, то зачем тебе еще одну бабенку-то тащить с собой-то? А винопитие, это наша радость так и осталась, оттуда принесли. Мусульмане сумели сделать, в рот не брать. Шатяня кровь, ни градуса, вот и все. А это все на вымирание, на деградацию, так и пришло упрямство. Я вот все исследовал и вижу, хорошо, что приняли, конечно, православие-то, но какое? Никакого отношения. И начнешь смотреть к тому, что, допустим, Павел бы проповедовал где-то, его бы, конечно, и не взяли. Вот скажут, ты там, ну, будут что-то говорить. Я православный. Стараюсь все соблюдать, но у меня есть рассуждение. Я рассматриваю всегда за данным фактом, что именно там за стеной. Как оно там было, кто подготавливал, кто переворачивал все это. Конечно, это было... исторически хорошо обусловлено это движение вперед, ну и все, никуда дальше-то и не шло. Все это запечатано было. А как Евангелие? Святой Евангелие проповеди не было. У русских-то проповедовал это Стефан Пермский, как будто первый человек. Почему они не привезли ни одного Стефана Пермского, митрополита Иннокентия Вениаминова или Николая Касаткина Японского? Это на руке, на одной руке больше их и не было. Почему? Нигде никак. Почему Глухарева не было, Макария, он Айроцким тут в городе Алтае проповедовал, архимандрита. Не было. Не было, это вот пришло потом. Вот и все. Почему они, греки, нам не привезли ни одного благовестника? Нигде. Но сказали, бумаги нет, ребята, тащите ножи, берез много, кору обдирайте, сейчас Евангелие запишем. Ни одного. Ну, хотя бы одно Евангелие дали, руки от руки переписали, не дали ни одного. Вот и все. Это мы получили то, что оттуда. И дальше надмение, перевороты, ненависть, монашество превосходит. Принять монашество как второе крещение, то есть бред. Первое крещение, обещание Богу доброй совести. Уже других обетов никаких Бог не требует. Ты обещался, выполни. Выходит, то было понарошке, а теперь пришел в разум, теперь надо отрекаться от матери, от отца. Потом канон на тебя будет бить, не делай этого. Я беру на сегодняшний день, что? Ну, считают, как у нас. Надо молиться, чтобы люди приходили, проповедовать, принимать полное крещение троекратным погружением, чтобы обязательно была связь, священники были, рукоположенные по епископской нисходящей линии до апостолов, тогда будет церковь. Сектантство – это все выдумка масонов, начиная с баптистов, лютера и так далее. Все пока на сегодня.